Сотрудничество в области безопасности – это основная тема, которую обсуждают лидеры стран ОДКБ. Президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана – эта страна и принимает саммит. И в узком, и в расширенном составах говорят о самых острых проблемах, решать которые можно только сообща. Из Душанбе репортаж Тимура Сиразиева. На саммите ОДКБ союзники обсуждают самые актуальные вопросы, связанные с безопасностью. Сейчас, когда террористы все чаще заявляют о себе, бороться с ними необходимо единым фронтом. Как это сделать, и решают главы государств. Недавно закончилось главное событие мероприятия – заседание в расширенном составе. Возросла реальная опасность проникновения на территорию сопредельных с Афганистаном государств террористических и экстремистских группировок. Причем эта угроза усугубляется тем, что помимо известных организаций на афганскую территорию распространило свое влияние и так называемое «Исламское государство». Размах деятельности этой организации вышел далеко за пределы Ирака, Сирии. Террористы устраивают массовые казни, ввергают в хаос и нищету целые народы, уничтожают памятники культуры, религиозные святыни. Резиденция главы Таджикистана – Дворец наций в центре Душанбе, одна из главных достопримечательностей города. Здесь и проходит саммит. Первым к дворцу подъехал Владимир Путин. Его встречал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры провели переговоры, на которых говорили о двухстороннем сотрудничестве. Мы тесно сотрудничаем и согласовываем свои позиции во всех международных организациях, в ООН, ОБСЕ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества. Россия продолжает прочно удерживать позиции ведущего торгово-экономического партнера республики. Мы обсуждаем и реализуем целый ряд направлений сотрудничества, работаем по этим направлениям активно. И очень рад возможности встретиться и поговорить по всему этому комплексу наших отношений. Эта встреча должна была состояться накануне, но главы государств допоздна общались в неформальной обстановке. Журналисты предположили, что президенты договариваются о важных решениях, которые и будут озвучены сегодня на саммите. Договор о коллективной безопасности подписали в 1992 году, организацию учредили в 2002. В нее входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, который последний год был председателем организации. Цель ОДКБ – повысить безопасность общих границ и вместе противостоять внешним и внутренним угрозам. Для этого были созданы коллективные силы быстрого развертывания. В 10 батальонах 4000 военнослужащих. В случае необходимости силы ОДКБ могут быть использованы и в других регионах. Учитывая непростую обстановку в регионе, поддерживаем меры, направленные на повышение боеспособности и эффективности коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Проведенная внезапная проверка подтвердила, что КСОР готовы и способны к выполнению поставленных задач. Саммит проходит в условиях повышенных мер безопасности. В республике продолжается антитеррористическая операция. В горах ищут бывшего замминистра обороны, который организовал вооруженное нападение на отделение милиции. По сути, Таджикистан уже давно находится на передовой борьбы с терроризмом. Граница с Афганистаном 1350 километров, зона повышенной опасности. В соседней стране не прекращается война. Пограничникам Таджикистана приходится постоянно пресекать вооруженные вылазки боевиков. Серьезная проблема – наркотрафик. Чтобы быстро и слаженно отвечать на возникающие угрозы, идет формирование единого центра кризисного реагирования. Лидеры стран договорились, что совместные масштабные учения будут проводиться и в будущем, причем в них примут участие и силы ООН. Тимур Сиразиев, Первый канал.